me up on a silver wave. Всех приветствую, друзья! Вы на развлекательном канале Феникс 2 Гейм. У нас сегодня начнется новое прохождение экшен 3D-шутера «Медали за отвагу Warfighter». Многие, может быть, уже прошли. Данная игра вышла до выхода Crysis 3, и я ее пропустил, и вот решил, наконец-то, я за нее взяться. Мы ее будем вместе с вами проходить. Я думаю, будет интересно смотреть тем людям, которые либо не играли в эту игру, либо как-то пропустили ее. Потому что, ну, по крайней мере, у меня вообще с медалью за отвагу вообще двоякое такое отношение. Потому, во-первых, я помню, когда, так сказать, рассвет силы медали за отваги было на PlayStation. Очень была сильно популярна эта игра, она была, так сказать, родителем Call of Duty, когда еще не было никаких Call of Duty, данная игра про Вторую мировую войну, где шутер, было очень круто на то время, это была офигенная графика, кто помнит эти времена, блин, ну реально очень офигенная игра, это потом только появилась Call of Duty про Вторую мировую. Если кто еще помнит, что Call of Duty было про Вторую мировую, вот это, блин, вот это были времена. Потом медаль за отвагу как-то загнулась, все пошло на смарку, вышло пару, там, Airborne, по-моему, последнее было, и как-то про эту часть вообще полностью все забыли. Но дали вот такое возрождение, и все было в руках разработчиков, во-первых. Почему говорю двоякое? Ну, во-первых, в Америке очень сильно Electronic Arts стали, очень сильно к этому подошли, то есть к PR-программе очень сильно подошли. Данную игру пригласили пиарить, написали клип легендарной группы Linkin Park. Вы можете найти в сетях YouTube, где сделали замечательный клип, потрясающий клип, офигенная песня, она была в чартах на первом месте. Клип полностью по этой игре. У игры плюс ко всему еще игра нам будет рассказывать реальную историю, которая случилась с реальными людьми. Это тоже очень большой плюс, и мы будем в этом участвовать. Мы будем как бы почти смотреть, можно сказать, фильм. Ну и в-третьих, это легендарный на то время движок Frostbite 2, который выпустил Battlefield 3 и который прошел просто, я не знаю, с колоссальным успехом. Такого успеха, по-моему, ну только начальные какие-нибудь Call of Duty, когда они выходили, были. То есть сверхпопулярный, он даже, на мой взгляд, он намного удачнее движка CryEngine, то есть Crysis'а. Он намного прошел. И в руках разработчиков просто лежало сделать просто отличную игру. У них все было в руках. У них был отличный клип, у них был отличный пиар, у них был, можно сказать, ну, все, скажем так, все в руках было, да. И посмотрим, как это вышло у них. Посмотрим, ну, по крайней мере, с мультиплеером они здесь намутили. Мультиплеер у них не очень вышел, а вот компания удалась, на мой взгляд, все 100%. Я прошел пару уровней и скажу, что игра такая специфичная вышла. Она очень будет напоминать нам Battlefield. И по спецэффектам, например, он будет очень сильно Battlefield напоминать. Но это Electronic Arts, они умеют делать, они... ну и, конечно, это Frostbite это позволяет. Мы будем начинать все полностью заново. Игра не очень большая. Не очень большая. И она будет смотреться вам, скорее всего, как какой-то супер-боевик, супер-фильм. Но, повторяю еще раз, я хочу поставить на этом главный акцент, что игра делалась на реальных событиях. Это происходило реально. Ну что ж, давайте начнем. Thank you.
Ну что, понеслась? Так. Мы на берегу, направляемся к цели. Ждем вас в точке эвакуации. Только что видели цель, движется к вам. Все просто. Графика. Никто не узнает, что мы там были. Фростбайтовская, это второй фростбайт, это не третий фростбайт, повторяю. Она даже на сегодняшний день выглядит отлично. Так, говорит, снимай его. Ну ладно. Ой. Вот, есть. Не стреляй в охранника, иначе конец. Просто заложи заряд. Я прикрою сзади. Хорошо, ты прикроешь сзади. Давайте заложим заряд. Отлично. О, сразу за стол пулемет. Так, уходим. Что-то они там на своем бум-бум. Так, грузовик пошел. Ричер, охранник вооружен. Сними его тихо. Понял. Хорошо. Теперь в укрытие. Я в укрытии. Жми, Ричер. Понеслась. Ух ты, ёб твою мать! Ребят, когда я увидел вот это все первый раз, это просто офигеть! Ой-ой-ой! Это просто супер! У нас тут корабль перевернуло. Пошли, 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 пошли! Смотрите, какие спецэффекты может выдавать этот движок. Хорош. Мазер, это Вудл. Ты меня слышишь? Вудл! Слышу, слышу, слышу. Мы идем к вам! Наверх! Наверх, Питер! Это единственный путь! Твою мать! Вертолет, вертолет. В воде! Вертушка! Во-во-во-во-во-во-во-во-во! Так, так, так. Вниз по лестнице, живо! Ну, давай, бери. Черт. Я пытаюсь. На! Поработали. Походу он нас летит. Electronic Arts представляет, по-моему, начало просто такое эпическое. Ну, все в стиле электроников. Эпическая музыка, эпическая игра, и это будет отличное прохождение. Медаль за отвагу, Warfighter. Я знаю, как все будет. Ты дашь миллион обещаний. Мы будем строить планы, а потом... Потом ты начнешь уходить в другую комнату, поговоришь по телефону, а потом пропадешь. Все не так. Лена. Черт. Почему ты бросила трубку? Я в машине. Мы в тоннель заехали. Ты что, разговариваешь за рулем? Она в машине? Я не за рулем. А кто за рулем? Папа, еще вопросы? Извини. Извини, извини. Ты всегда извиняешься. Я не хочу воевать. Ты ради этого живешь. Мазер, это Дасти. Что за чертовщина у вас творится? Понятия не имею. Мы заложили обычную взрывчатку, а потом на нас вдруг посыпались контейнеры и начал стрелять чертов вертолет. Мы уверены, что это был не береговой патруль. Не он. Я получаю сигналы отовсюду, от Манилы до Восточной Африки. Вы кого-то очень разозлили этим фейерверком. Есть мысли, кого? Это длинный список, брат.
Как насчет того, чтобы оказать ЦРУ услугу и остаться в порту? Может, список получится сократить? Это не флотским решать, Дасти. Нам нужно разрешение с самого верха. Уже получил. Само собой. Что у тебя с местными ресурсами? У нас был человек, позывной Аргир, из ячейки на Аравийском полуострове. Был человек? Мы уже несколько месяцев ничего от него не получали. Вот что плохо, его могли убить, перевербовать. Он может быть где угодно. На мой взгляд, неплохой сюжет закручен, он здесь просто потрясающий. Ну, это действительно, повторяю еще раз, что это просто на реальных событиях все было. И все, как оно показано сейчас, оно очень здорово. Ну, видимо, сейчас мы будем играть с одного из террористов. الأخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم жалко нельзя ему пулю пустить. Так, а, ну это идет что-то типа тутрила. М сменить, надо перезарядить. Норм. Так, пройдите. Пройдите к брату. Ёптать. Давай патрон. Эх, его убить нельзя, жалко. Чё, опять стрелять? А, пройдите дальше, окей. Так. О, как. Приглядывание с укрытий. Это, кстати, очень полезная вещь, но не очень удобная вещь. Смотрите, каждая пуля, которая вошла в этот стальной щит, видите, они вот здесь вот. Это очень круто так. Жалко, убить нельзя. Какой жалко. Так. Последнее испытание будет на время. А, ну типа брать самолет. Не-не-не-не-не. С ножа могу. А, могу. Ахарак! Ахарак, доширак! Синие это типа свои. Синие нельзя трогать. Да ё. Есть. С ножа. На. Тихо. Так. Хорош. Вперед. Сломать. Так. Вот тоже уникальность этой игры. После каждого хедшота мы будем открывать различные выбивания дверей. Пошел, пошел, пошел. Самолет обезврежен. Ты можешь помочь нам в нашем деле. Если выберешь левый путь, то сможешь... А если не хочу я? Так. Самолет еще раз. Продолжать бой. Во, вот сюда нам.
Так. Дело плохо. Вы какие заряды использовали? Направленные. Можно уничтожить грузовик и выдать за поломку бензопровода. Второй взрыв — это не мы. Да, не вы. Рисунок взрывов другой, и они шли изнутри контейнера. Это подтверждает наше предположение о грузе взрывчатки. Ага. Есть идеи, чья она? Да. Компания «Пустышка» из Дубая. Между ним, Карачи и Филиппинами постоянно гоняют грузы. Мобильник, который вы нашли, очень нам поможет. Слушай, я должен спросить, ты как? Я нормально. Когда появляется политика, нас просят прекратить стрельбу и начать плясать. А я не танцую. Понял. Значит, Мака теперь командует Вуду? Уверен, ему не нравится, как все обернулось, но он готов. Надеюсь. Им придется попотеть. Да? А мне рассказать можешь? Пока нет. Еще поговорим, брат. Эй, Стам! Если вдруг со мной что-то случится, отдай мои ипыши. Это все, что ей достанется. Пора двигать! Остальное все уже и так у нее. Одна минута! Одна минута! Стам, ты занимаешься лодками. Поддержка на подходе! Ясно. Пусть Гризли разбирается со всеми, кто затеет подлянку. Принято, Динго. Мы подбираемся и наносим удар прямо в центр пиратского города. Следите за теми зданиями. Это же круто. Так, так. О! Пошел, пошел, пошел. Прицел не очень долго стрелять. О чем я еще есть? Пистолет и вот это. Шоп, шоп, шоп. Ух ты! Так. Есть один. Пошел вперед. Ты гад. Упал. Встал. Где ты? Черт, а где прикрытие? Как всегда, боты не умеют стрелять. Динго, это Вуду. Подкрасться не вышло. По нам стреляют. Поддержка с воздуха будет? Вуду, поддержки с воздуха не будет. Найдите цель. Будет это стрелять с корабля. Ах ты. Понял, Динго. Следи на эту сцену. Мы заходим огонь с корабля. Да черт, снайпер. Ненавижу снайперов. Твою мать! Как он по мне, а? Ладно, переходим. Так вот. На! Ты паразит. Скажу вам, что дамаг проходит ого-го. Здесь гораздо умнее. Так, встаем. Пошел, пошел, пошел. Прицел. Снайпер снял. Не могу прицелиться. Да, граната, ёб. Thank you.
Аллах взял зачем-то. А где моя пушка-то? Ладно, буду с калашом так и быть. Дай патрон. Пошли, 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 пошли. Вверх по лестнице. Понял. Двери. Готов. Так, 4. Ну, видимо, за каждое это задание надо будет. Закажи хедшот, что-то открывается. Пошли. Слоу-моу. Где еще? Знаете вам. Так, обезвредил всех, сошли. Норм. Мы работаем. Хорошая видимость. Уничтожь то здание. Прибрать там его в груду камней. Используй, нажми 7. Хорошо. Давайте, мага, пометьте цель. Мечо. Есть. Стреляю. Удар будет нанесен через 3 секунды. Ой, пушка сразу поменялась. Ух ты, ух ты, ух ты. Вау. Ху-ху-ху-ху. Аргументы снайпера. Так, вперед. Сюда. Мако, сюда. 1-6, это 1-4, мы в точке сбора Альфа. Ожидаем. Доложите обстановку. Прием. Еще 5 минут, 1-4. Прием. Принято. Держим позицию. Все трупы. Сюда. Здание нестабильно. Мы робота запустим. А потом уж сами. А, видимо, мы сейчас будем за робота играть. Окей. Что-то я как промахнулся походу. Как в Battlefield фонариком светит глаза. Снял. Как эта штука неудобно ездить. Средний ход. Ага, вот здесь можно проехать, отлично. Падает, рушится. Ой, это походу наши. Вон они там. И робот как раз у вас сзади, 1-4. Принято. Угу. РПГ. Ух ты. Робот, робот. Ой-ой-ой, робот плохо. Ой-ой. Бум, все. Робота накрыло. Надеюсь, не так оно должно быть кончиться. А, ну все норм. Быть. 1-6, это 1-4. Вижу движение в здании через улицу. Принято. Ну, где помощь-то? Давай, ломаем. Так.
Шотов не хватает еще. Давай, ломай, ломай, ломай. Пошла граната. Собака, где ты? Есть! Я, по-моему, гранату кинуть. Это что такое? Не снял. Где еще? Еще. Ой-ой-ой, дырочка. Перейду. Ух. Есть. Ах ты. Тихо. Первый этаж, окно. Есть. Цель на 10 часов. Ну это там что ли где-то? Собачья, не понимаю, а вон. Или нет, откуда? А, вон он. Где же ублюдки? Окей. Если так. Где они? Вон он. Куда побежал? Вон он. Где же был тут-то? Слишком приближенный. Другой прицел. Есть. Ну куда ж ты побежал? Есть труп. Стоит как? Ага, понял. Так. Черт. Твою мать. На. Патроны. Блин. Твой мой. Ай-яй-яй-яй. Ай. Снял. Так, стрелка снял. Там еще один. Не. Да, труп. Одного. О, можно съесть, вот это круто. Вот это круто. Какой РПГ? Ух. Нате вам, нате. Вот это круть. Так, где еще? Вон. Бегут. Где ублюдки? Слазим, пошли. Фу-фу-фу. Вперед. Все вроде чисто. Мак-1, это Гризли 6 главный. Нас прижали к берегу. Тут чертовы мы... Ух ты, ё! Ёлки-палки! Мы не можем сделать успех. Можете закинуть Гризли.
снял его. Понял вас. Давайте быстрее, они пристреливаются. Вас понял. Давай. Вышибем ее. Навигация, мышка. Давай, вперед. Зашли. Снял. Больше будет никого. А, вон еще один. На. Так, что-то мы открыли достижение какое-то. Ачивку. Круто. Так, все чисто. Чисто. Наверх. И патрон. Куда-то мы что залезли? Открытая местность. Сейчас нас какой-нибудь талиб тут снимет. О, пошла касцена. Ох ты, они повсюду. Стамп, давай их уберем. Они не знают, что мы тут, но скоро до них дойдет. Действуем быстро и четко. Ух ты, с чего нам дадут пострелять-то? Четко. Цели возле той башни. А как приближать там? Так, приблизить средняя мышка. Так, они еще не знают, что я тут, да? Я понял. Есть один. Еще одна цель, тот же сектор. Есть. Ему повезло, даже наводка. Есть. Паша. Ага, возле знака. Впереди, чуть левее. Есть. Цель уничтожена. Хорошо. Они вышли. Внизу башни две цели. Вижу. Есть. Мать, он нас заметил. Там, не давай ему шанс. Тихо. Мочи его. Есть. Так, по нам было. Стамп, уничтожь этих доходяг с АК. Где они? Есть, вижу. Один. Ладно, 6. РПГ уничтожены. Все чисто. Есть. Осторожно, осталось несколько недобитков с АК. Где эти недобитки? Пишу изо всех сил. Есть. Насколько же пробил? Он самолет пошел. РПГ, наведи опять на башню. Прямо в центре, наверху. Вот дерьмо, вижу. Там сними гранатометчика. Убегай. Пошли, по нам да, стрелять. Блин, выше надо брать. Там, помоги мне. Да чертова хрень, не могу, баллистика. На. Сейчас перезарядка. Отставить, слишком плотный обстрел. Ух ты, баллистика присутствует. Отлично, справились мы с этими ублюдками. Все уничтожили. О, да. Давай попробуем. Где и когда? Мой поезд приходит в 2:20. В Мадрид. Да, в Мадрид. По крайней мере, хоть кто-то будет рад тебя видеть. Она в машине. Она спит. Она думает, ты умеешь ходить по воде. И чтобы я не говорила, этого не изменить. Только не жди того, чего ты ждешь, когда мы встретимся. Я тебя понял. Я возьму себе номер в отеле. Но я хочу провести время с Беллой. А мы с тобой можем поговорить. Просто поговорить. Мы с тобой говорили уже 1000 раз. Хватит. Не надо, не сейчас. Кое-что случилось. И все поменялось. Том, что поменялось? То, кто ты такой? То, что ты делаешь?
то, что должен делать, ничего и никогда не изменится. Все поменялось. Ты все время уходишь от ответа. Послушай, просто скажи, как есть. Завтра. При встрече. Кто тебе сказал? Да ладно тебе. Ты увольняешься со службы, а я узнаю это от кого-то еще. Тут дело в политике, сам понимаешь. 22 года старания, потом нас гонят за то, что мы поступили правильно. Значит, все решено. Ты вышел из игры? Не вышел. Меня вывели. Но у меня есть варианты. Как дела у Причера? Не очень. Собрался, спокойно вышел в отставку и поехал в Мадрид. Говорит, хочет наладить семейную жизнь. Ну, удачи ему. Значит, в Мадрид? Лена и Белла не дома? Нет, они у ее родителей.